Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, и сегодня мы снова играем в мобильный самп, и, друзья, это у нас онлайн РП, ссылка на проект находится в описании к этому ролику, заходите, играйте вместе со мной. И, ребят, также в описании к этому ролику находится мой промокодик, при использовании которого вы получаете очень приятные плюшки для старта игры. Друзья, заходите, играйте вместе со мной, я играю на серваке Техас. В чате вводите очень простую команду, /mm, открывается окно, спускайтесь вниз, раздел промокодик, и здесь вводите очень простую команду Доня, как это делаю я, потом окей, потом принять, и, ребята, после этого получаете очень приятные плюшки для старта игры. Копируете промокодик из описания, либо вводите его так же, как и я, вручную. Друзья, сегодня у меня очень большой план, потому что сегодня хочу купить себе очень крутую тачку на онлайн РП. Как вы знаете, прямо сейчас у меня есть 3 тачки, да, мне их было 4, но я продал Фельдзер, да, у меня был такой, типа, это как бы реплика Rolls-Royce, ребята. Тачку я эту продал. И сейчас, получается, я катаюсь на 3 тачках. Это 2 одинаковых буллета, но один под Хэллоуин, другой под Новый год. И еще получается вот такой вот, друзья, рейнджак. Но я подумал, что мне стоит прикупить какую-нибудь новую прикольную тачку, которую сегодня, друзья, я себе и возьму. На самом деле, друзья, за 10 мультов можно купить очень много прикольных тачек, в том числе разные там спорткары, суперкары, внедорожники и так далее. Но, друзья, мне нужно сегодня выбрать самую крутую, самую подходящую тачку для того, чтобы потом кайфовать и, друзья, все было, чтобы хорошо. На самом деле, если так подумать, то у меня прямо сейчас есть такие тачки, как, ну, внедорожник и 2 такие спортивные двухдверные машинки, да? Я подумал, что, я думаю, скорее всего, имеет смысл купить себе какой-нибудь 4-местный седан, либо типа того. Ну, давайте просто посмотрим и выберем. Так, заходим мы в автосалон реальных автомобилей. Итак, встречает нас здесь Ford Sierra, очень такая дешевенькая тачка, за 300 косарей. Листаем вправо, Audi A80 за 500 косарей, потом M5, точнее, это не M5, а просто пятерка за 900 косарей, BMW 3 за лям 300, неплохо, вот уже Camaro за 2 мульта, Skyline за 2500, в принципе, можно будет потом посмотреть. Идем дальше, Camry 3.5, да, V6 за 3.2, однако неплохой такой вариант, разгон 6.8, скорость максимальная 250. Так, идем дальше. О, Мустанг 3.8, разгон до 100, 3 секунды. Это уже круче на самом деле. Так, ладненько, смотрим еще. Такой вот кабанчик Mercedes 4.2 стоит, разгон 3.5, максималка 260. Ладненько, пока пролистаем дальше. DeLorean, ну как бы вообще максималка такая себе на самом деле. Вот, Dodge Challenger 330, максималка, разгон 2.9. Это уже реально круто, ребята. Листаем дальше. Nissan GTR есть 2.5. Слушайте, тоже реально интересненько. Максималка, конечно, меньше, чем у Dodge, но в принципе я думаю, то, что как бы это не особо имеет значение. Хотя он и стоит на лям почти дороже. Ладненько. А что еще есть? Есть AMG GT63, да, есть. 2.2 разгон, вообще классный разгон. Но максималка 230. Ну серьезно вообще. Ну в принципе, ребят, ну если так по-честному говорить, максималку, ну в GTA-шке максималку развить максимально тяжело, поэтому вообще есть крузак, который стоит 8 мультов, то есть дороже, чем AMG-шка, а максималка 195. Да, и разгон как бы такой себе. А что еще есть? Есть Raptor, вообще максималка 177, хотя разгон прикольный на самом деле. 8.5 стоит. И вот уже, ребят, десятка, это гелик, на него мне буквально не хватает 100 косарей. На самом деле я думаю то, что, друзья, я думаю, ну как бы 2.6, да, стоит 10 мультов, 2.6 разгон, 240. Либо, друзья, купить все-таки себе эту тачку. Давайте я ее возьму себе, да, потому что она прикольная. Это AMG-шка, ребята, я ее возьму. И давайте, я думаю, что какого взять ее, ребята, цвета. Давайте, пускай она будет, например, красная, да. В принципе, красная смотрится неплохо. Так, нажимаем купить. И вы успешно приобрели транспорт. Ура, друзья, вот и мой новенький AMG GT. Это очень круто, друзья. Мне там пока... Стоп, мне показалось? Там стоит полицейская тачка, друзья. У меня как бы розыск, одна звезда, поэтому... Стоп, я поехал, я не знаю, за мной я поехал. Яма дрифтовый, Мерса, то Яма дрифтовый. Чё, я бочком ушел? Это за мной, я понял, это за мной. Да ну ты серьезно, да...
Я ухожу в жопу, ребята. Разворачиваемся. Она не разворачивается так, как я думал. Полицейский разворот, ребята, не получился. Чё такая дрифтовая, ребята? Не понимаю. Ладник, я думаю, сейчас спокойненько уйду от погони, потому что... А он сзади, друзья. Ну что ж такое-то? Конечно, понимаю, у меня звезда с какого-то фига появилась. Но да что ж так-то? Вот прямо сзади меня... Да, ребятушки, вау, дрифтовый Мерин. Ребята, я, конечно, понимаю, но этого я, малёха, не ожидал. Инкассатор в лоб ехал, понимаю, блин. А он, надеюсь, убрал того мента, который ехал за мной. Ребята, а что такая МГшка-то дрифтовая, реально? А коп пока не отстает. Давай, МГшка, поехали. Ематочка уже в хлам, честно говоря, друзья, у меня. Блин, давай, направо, направо, направо. Да что ж, чё? Возможно, стоило сделать тест-драйв этого Мерса, но я уж как-то понадеялся на него, и что-то какой-то он дрифтовый, ну реально. Камон, штраф пришел, 1000 баксов! За превышение? Серьезно? У меня тачка дымится, друзья, тачка дымится, ёпарасоте. А он не отстает, да? А он как бы... Да еще один штраф, серьезно, блин, я же без номеров даже, можно было и без штрафа, как бы... Вау-вау-вау-вау-вау! Ух ты, ха! Он нормально получился, однако, слушайте, он так проедет? А он так еле с трудом проехал, слушайте. А прикольники на самом деле, конечно, мерен, но вот он то, что дрифтовый, это максимально не в тему, блин. Да что он... Ребята, я сейчас не понимаю, мерен... Капец, он дрифтовый, что за бред? Он просто, он как будто, я не знаю, как будто по льду едет. Так, сейчас мы здесь налево поворачиваем, аккуратненько так вот получается. И уходим, 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 друзья, давай. Уйди, 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 Тесла, блин, бегает здесь мужик с ником Тесла. Я вот думаю, что на самом деле, если мы сейчас как-то доберемся до дома, скорее всего, его уже не будет. Давайте-ка просто мы посмотрим, а его вроде как и нету, да, нигде. Поэтому вроде как, ребята, оторвался. Фух, я, конечно, все понимаю, но этого я, сейчас, малюха, не ожидал, честно говоря. Почему Мерс такой дрифтовый? Как-то вообще не вдупляю. Очень странная ситуация, честно говоря. То есть он как будто... Либо это из-за снега такая ситуация, что как будто он реально он прям по жести дрифтит. Алло, блин, почему так? Я не понимаю просто, ребята. Ну, то есть, по идее, прикольненькая такая тачка, но да что ж такое-то? Что, да почему он такой дрифтовый, друзья? Я... Стоп, это мне показалось? Мне показалось, да. То есть, прикольненькая тачка, хорошая скорость, но как будто это не полноприводная машина, а как будто она заднеприводная, ребят, честно говоря. Поэтому даже она просто буквально, смотрите, да что с ней такое? Да что такое с Мерседесом, друзья? Алло, блин, я же не купил себе Dodge дрифтовый или Мустанг, чё с ней? Инкас въехал в лоб еще. Да иди ты, ты... Вот ты просто отбитый на голову взял, меня просто смял. Мало того, что ехал по встречке, так еще меня просто вынес. Окей, ребята, машину я отремонтировал, поэтому все хорошо. Можно ехать домой, вроде как хвоста нету, поэтому все окей. Но я не понимаю, что с Мерседесом, почему он вот такой. То есть, как бы, ну, он прикольный, но... Не, он полноприводный, я вижу по колесам, типа передним, то, что как бы он полноприводный, но он как бы дрифтовый. ЛСПД? Меня здесь нету. Меня здесь нету. Это не я, вам показалось. Вам показалось. Да... Серьезно? А, стоп. Егор? Ты, блин, ты сейчас серьезно? Егор, это все время был ты? А почему... Дай... Понимаю, все это время пыталась уехать от Егора, оказывается. Понимаю, просто и танцует еще. Я, конечно, все понимаю, Егорка, ё-моё. Ну ты меня напугал, конечно, вообще жесть. Я думал, как бы там погоня за мной, я даже не знаю. А, думал, там все, что меня поймают, арестуют за звезду в розыска. Оказывается, это ты был катался за мной. А что такая за машина? Полицейская, подождите-ка. А не можно сесть за руль? Откуда такая тачка, Егор? Алло, садись, да, прокатимся. Откуда такая тачка у тебя? Что за машина, ребята? Я вообще сейчас не вдупляю. Давайте пока я все машины свои выгружу, чтобы они здесь не мешались. Так, то есть это как бы полноценная полицейская тачка. Так, я пока не то сделал. Так, а Мерседес тоже мы пока выгрузим с сервака, да, выгрузить. То есть даже есть сирена, гляньте, серьезно? Откуда такая тачка вообще у тебя? Я вообще сейчас не вдупляю. Прикольно как бы, но... Я удивлен, честно говоря. Но я-то думал, типа, что это реально полицейский катается за мной со звездой розыска. Это, оказывается, был ты все это время. И, ну, хорошо, что как бы это был ты, потому что я уже был готов все, там, уезжать со страны, там, и текать. Потому что я еще, самое главное, у меня тачка заглохла около ПД, понимаешь? Это было вообще максимально стрёмно, ну, как бы, ладно. Я там ее потом отремонтировал, и было все хорошо, друзья. Ставьте лайки, друзья, играйте вместе с нами. Ссылочка на проект находится в описании к этому ролику, друзья. С
собираем 1000 лайков, выходит новенькая серия по онлайн-РП. И да, ребята, еще кое-что очень важное, разумеется. Если вы играете на онлайн-РП, в комментариях напишите ваш ник, с которого вы играете на серваке, потому что, ну, вдруг мы как бы встречаемся иногда, да, я там часто игроков встречаю разных на серваке, поэтому интересно было бы узнать, играете ли именно вы и под каким ником вы, ребята, играете, да, разумеется, в комментариях об этом напишите. Вот, друзья, поэтому играйте вместе со мной и, разумеется, ребята, при регистрации промокодик мой вводите в чате /mm мы вводим, да, открывается окно, снизу промокод Доня, и здесь вводите таким вот, ребята, образом слово Доня, потом окей, потом принять. И, в принципе, ребята, это все на серваке Техас срабатывает мой промокодик. Всем удачки и всем пока-пока.